главный тренер СЕВГУ Шиманский Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, поздравляем с победой. Тяжело надалось? Да, все игры так даются, потому что все команды где-то приблизительно по уровню равны. Поэтому тут на первый план становится, кто первую ошибку допустит, тот и побеждает на самом деле. Хотя мы сегодня, опять же, первые пропустили, сами себе привезли. Но мы от плана не отходили, мы вчера с ребятами поговорили. И тот гол, который мы забили, розыгрыш углового, это была наша заготовка, и она прошла наконец-то. Да. И вот это радует, то, что ребята наконец-то начали делать то, что мы тренировка делаем. А для тренера это, ну, это лучше всего, это лучше. Вы у нас играете уже второй год. Уровень соперников подрос по сравнению с тем годом? Конечно. Даже очень подрос, даже та же самая Пермь, которую в прошлом году мы вроде у них и выиграли. А они вот сейчас, вот видите, как они сыграли. И, ну, это радует. Опять же, я бы хотел вас поздравить, то, что уровень растет, пожелать еще и вторую лигу сделать и выйти на международный уровень. Я всегда рад, когда что-то в развитии работает, вот так же, как и мы на развитии. И также я вам пожелаю и развиваться еще как можно на космический уровень выйти. Спасибо. Ну и по вашей команде тяжело давалась эта победа или легко сегодня обыграли команду из Москвы? Да не тяжело, просто был план на игру, который вот нам нужно было сегодня быстрые фланги задействовать и на скорости нападающую. И то, что мы задумали, оно и во втором тайме как раз и произошло. А мы знали, как Москва действует, мы закрыли центр поля, и где у них начинаются атаки, как они продолжают. Поэтому мы соперника изучили и использовали наши сильные качества. Сергей Михайлович, ждать нам усиления на следующих турнирах, где будет играть Севастополь? Ну, знаете, Севастополь никогда не сдается. Я не хочу сейчас говорить, что у нас там футболисты есть, то, кто не приехал, это будет где-то шаг назад для нас. Вы увидите Севастополь, какой есть. Он в перспективе будет очень сильный, поверьте. Это не просто слова, и у нас есть запас футболистов, которые мы можем усилять. И Севастополь будет яркий и будет вот таким жемчужиной лиги. Вам большое спасибо. Удачи в следующих играх.